его еще осенью. Потом хотели открыть его 1 января. Но есть трудности, они объективные, есть и субъективные, но здание сегодня открывается. Это действительно праздник, и я думаю, что мы все рады этому событию. Мне, как председателю управляющего совета, наверное, двойная ответственность за то, что происходит у нас в школе. У нас много еще дел, нам надо разобраться с детским садиком, запустить его, нам надо заниматься школьными зданиями. Я думаю, таких праздников в нашем педагогическом коллективе будет много и много. Я поздравляю вас всех. Ребята, я желаю вам успешных знаний, чтобы все у вас было хорошо, чтобы когда вы будете переходить в соседние здания, вы гордились тем, что вы были первыми здесь. Ну и по традиции должен быть букет. Только можно я нарушу традицию и подарю букет классному руководителю. Я сам в классе Б учился. Вот смотрю, здесь первого А нет, поэтому я дарю букет классному руководителю первого Б. Потому что это первый класс, который сегодня будет открывать школу.